Успех – это умение достигать поставленных целей. Жить так, как хочется, заниматься тем, что нравится и что приносит удовольствие, а также быть в окружении людей, кем восхищаешься и кого уважаешь. Все это я могу сказать о себе. В один из периодов своей жизни я потеряла себя. Меня окружали люди, которые постоянно твердили, что у меня ничего не получится, которые не верили в меня и которые говорили, что я ни на что не способна. Из-за этого я стала неуверенной в себе, очень замкнутой, и у меня не было вообще вдохновения что-либо делать. Но я устала от этого, решила взять себя в руки, оборвать все связи с людьми, которые тянули меня вниз. Переехала в другую страну, начала все с самого начала и начала усердно работать над своим блогом. Так начался мой путь к успеху. Успех состоит из трех основ – финансовой независимости, счастья в личной жизни, а также профессиональном развитии. Когда есть гармония между тремя факторами, тогда можно сказать, что человек добился успеха. Вы должны знать, чего вы хотите, уметь четко ставить цели и распределять приоритеты. Также вы должны правильно распределять свое время, не тратить его впустую. Успех ради успеха ничего вам не даст. Вот взять Oriflame – это ведь не просто косметика, она помогает мне быть увереннее. Так и с моим блогом. Его читают для того, чтобы зарядиться энергией и вдохновиться. Мы сами решаем, какой состав нашего успеха. Можно помогать людям раскрыть их индивидуальность, как это делает Oriflame, а можно заниматься тем, что любишь, и вдохновлять других людей, как это делаю я. Осталось только узнать, а какой состав у твоего успеха?